Друзья, всем привет! Сегодня я приехал на протоку в село Незаверталовка со своими друзьями. И тоже будем рыбачить на фидер. И уже делаем первые забросы. Рыбка есть, клюет. Отлично! Отлично! Вон уже, говорят мне, карасик есть. А у меня вот такая тарашка. Сейчас вам покажу карасика еще, что мой товарищ ловит. Во, вот это доброе это утро! Я. О, это Веня я молодец! Собрал. А ну-ка, какой карасик! Ого! Уже 4 штучечки. Красава, поймали. Отлично, отлично. Друзья, саму поклевку не удалось мне заснять, но это просто шедевр. Весенний карась. Вот это монстр, блин, а. Вот такое местечко. Он такой красавчик, такой мощный. Ух. Друзья, поклевки продолжаются, такие шикарные, вообще сейчас такого карася словил, никогда такого в жизни не видел, блин, сейчас покажу вам, смотрите, офигеть, вот это монстр, блин, красавчик такой. Итак, делаю заброс сейчас, и надеюсь, что сразу поклевка будет, очень надеюсь. Так. О, вот Саша карася словил. О-о-о. А ну. Отлично, отлично. Классный карась. О, у меня клевать уже начинает. О, что-то пробует. Надеюсь, тоже карасик. О, ничего себе, что делает. Вот это поклевки. Ну, давай еще, еще, еще. Ну. Есть, друзья, рыба. А что за рыба, интересно? Вот, по всей видимости, тоже карась. Оп-оп-оп-оп-оп. Ого-го-го-го-го, друзья, вот это боец. Карасище, друзья. Красавец такой бомбанул, а. Да, конечно, такой рыба-монстр. Ничего себе, блин. Такой красавец. Еще и весной, блин. Тут летом такого не словишь. Тут весной. Сейчас весь улов вам покажу. Так, у моих компаньонов заминка маленькая. О, уже есть улов. Небольшой, правда, но есть. Уже улов. Вот такой самый крупный. О. Так, начало хорошее. Тут ничего не скажешь. Надеюсь, сейчас продолжится. Клев такой отличный. Сейчас еще заброс сделаем. Так, а ну-ка. Есть.
О, еще. Веня, а ну покажи карася. Ого. Тоже отличного ребята поймали карася. Оп, есть, друзья. Ничего себе поклевка. Ого, ого, ого. Вот это красота, блин. Вот это рыбалка, я понимаю. А ну-ка, давай еще разок, еще разок. Это рашка, наверное. Так долбит, долбит. Ну. О, о, еще есть, есть. Ох, как клюет, ничего себе, летом таких поклевок нет, блин. Просто смотрю и наслаждаюсь. Наверное, что-то не крупное, так балуется. Ага, там полетели забросы еще. Так, наверное, там уже. Есть, словил? Это хорошо. Но учитывая, что только утро, все еще впереди. Так, наверное, там уже что-то сидит. Проверить, наверное, надо. Не клюет уже. Да, наверное, сделаю перезаброс. Угу. А, не, что-то очень-очень прямо до безобразия мелкое. Есть рыбка. Эту отпущу, наверное. Друзья, смотрите, что происходит. Это вообще просто. Тут, наверное, карасище сел. Такой монстр, наверное. Он что делает? Ну-ка. Понаслаждаемся немного поклевкой. Пусть еще поклюет. Я не спешу сегодня. Саша рыбу глушит. Ну, наверное, там рыбка присела после такой поклевки. А ну-ка, вытащу. А не, еще клюет. Или села уже.
подожду еще. А не, лучше вытащу. Так клевала, друзья, и упала килька. О, только закинул, опять клюет. Надеюсь, на этот раз карась, а не килька, как в прошлой поклевке. Клюнула так, что думал, что карась. Ну-ка, о, тоже есть рыбка у ребят. Так, у меня клевать начинает. О, о, уже посерьезнее, поинтереснее. Кто же интересно на этот раз? Подождем немножко. Что, Веня, там? О, еще карась. Вот, есть, 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 еще. Отлично, отлично. Так, у меня что-то притихло, рыбка, странно. Клюнула и молчит. О, два таких карася? В одно. О, ничего себе. О, ну это хорошо, хоть одну вытащил. Так, есть поклевка, клюет что-то. О. Уже поактивнее, уже интереснее. Ну-ка, кто это там? О-о-о-о, что творит? Тарашка, может. О-о-о-о. О, сейчас еще один. Сейчас придется вытаскивать, наверное. Видно, что-то не крупное, но клюет бойко. О, о, это карась, видимо. А ну-ка, давай, 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 давай.
Опа. Кто же там такой? Эх, сорвалась. Веня, а ну, карася покажи, ничего себе, блин. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, красавчик. Целый час я вообще сижу, думаю. Класс, а у меня ж про там, блин. Такая еле-еле вымучила. О, класс. Класс, отлично. Опа, клевище, друзья. О, Саша там что-то тянет. О, карась там у него, наверное. Есть, есть, поймал. А ну покажи рыбу где. Ну, Саша сейчас его. А ну-ка. О, ничего себе, блин. Какой вообще красавчик. Друзья, рыбалка на сегодня окончена. Результат вот такой. Полный садочек. Тут ого-го, сколько рыбы, блин. Хватит, наверное, на целый месяц. Красотища. Вот и заканчивается рыбалка на сегодня, друзья. Все было отлично, супер, класс. Веня, улыбнись. О, молодец. Все, на сегодня все, друзья.